В Омске вновь проведут международный конкурс юных скрипачей имени Юрия Янкелевича. Об этом рассказал дирижер Национального филармонического оркестра России, президент конкурса Владимир Спиваков. Скрипачи снова соберутся в Омске в апреле 2018 года. Напомню, что в 2015 от проведения конкурса в Омске отказались. В бюджете региона не было денег ни на организацию, ни на главный приз. Победителю дарили скрипку одного из итальянских мастеров стоимостью более 3 миллионов рублей. Ни один музыкант молодой не может приобрести инструмент. Скрипка должна быть выиграна человеком и должна быть ему на всю жизнь дана. И он будет об этом помнить, и он будет говорить о том, что это было в Сибири, в Омске,